Настоящая зима наконец-то вступила в свои права. На смену теплу пришли морозы. Утром столбики термометров опустились до -22. Завтра синоптики обещают -23. А ночь на среду будет самой холодной. Термометры покажут -30. Днем около -23. Будет пасмурно, возможен небольшой снег. С четверга морозы начнут ослабевать, но не отступят полностью. В четверг и в пятницу днем ожидается около 20 градусов ниже нуля. Будет солнечно и без осадков, а в выходные, по предварительным прогнозам, потеплеет до -17. Какая погода ждет нас в новогоднюю ночь, синоптики пока сказать не могут. Все может пойти как по хорошему, так и по плохому сценарию. В небесной канцелярии все решится в ближайшие дни. Тут даже по температурным градациям сложно сказать, насколько это будет потепление и насколько похолодание. Если потепление, ну где-то -5, -10, возможно, до -15. Если похолодание, то ниже 20-25, возможно. То есть видите, как схемы не постоянно, они будут в течение недели даже это меняться. Поэтому сложно пока подсказать, что будет на новогоднюю ночь.